Юня девочка, красавица. На пенек укусилась. Юнька. А, это красава. Ты наша красота. Да, 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 да. Зю, зеваешь, лапку подняла. Юнь. Ай-яй-яй-яй, когти дерешь. Хищница. Пенек тебе понравился, да? Да. Да. И одновременно делаю. Продолжаю птичник. Что я делаю? Я кидаю об решетку вот таким макаром. И заодно сращиваю. Сращиваю все свои стойки. Покажу сейчас, как я. Там у меня будет доращено, потому что 6-метровые доски доращивать буду. 6 метров плюс 80 с нахлестом 40 для андулина. А здесь вот прокладочки делаю. Между досками будет 50,8 сантиметра расстояния. Поэтому я рейки отпилил и вот прокладываю их вот между досками. Пришил и дальше пошел. То есть общая длина у меня будет 6,80 с нахлёстом. Доски по 6, поэтому с одной стороны 6 метров с нахлёстом 40, а с другой он пробил еще. Сейчас покажу. Пробил. Вот такую конструкцию сделал и положил еще доску. Здесь будет видно. И вот сюда будет сверху 30 и 40, 71 сантиметр выход сюда для перекрытия, для нахлёста андулина. Все, процесс идет. Процесс идет, все уже стоит надежно. Все отлично. Всем добра.